Как создать инклюзивное общество? Создание инклюзивного общества означает предоставление каждому человеку одинакового бесплатного или доступного доступа к образованию, здравоохранению, работе, питанию, жилью и другим основным элементам жизни, независимо от его возраста, пола, гражданства, религии, инвалидности или личных интеллектуальных способностей. Равная доступность и справедливое распределение общественных благ, таких как школьное образование, здравоохранение, продукты питания и здоровая окружающая среда, являются предпосылками инклюзивности. Инклюзивное общество также означает предоставление каждому возможности участвовать в принятии государственных решений, например, в местных советах и городских собраниях. Это часто проблематично, поскольку право голоса в основном связано с гражданством. Это также означает позволить детям с ограниченными возможностями посещать те же школы, что и дети без этих ограничений. В обоих случаях местным властям и гражданскому обществу приходится отменять и изменять законы и правила и выходить за рамки обычаев, традиций в отношении того, кому разрешать голосовать или ходить в школу. Одним из способов предоставления возможности голосовать всем является предоставление возможности всем, кто живет и работает в обществе, полноценно участвовать в избрании органов власти и посещать школу. Особые потребности людей, например, пожилых или инвалидов, должны быть учтены. Инклюзивное общество достигается тогда, когда каждый человек в обществе, независимо от его особых потребностей, возраста, инвалидности, пола или гражданства, может в равной степени участвовать в работе органов управления, иметь доступ к общественным объектам, равные возможности для работы и пользоваться полной социальной мобильностью в соответствии со своими максимальными личными возможностями.